Я не нашел никого, кто не был бы моим другом. Представляете? Да. Потому что все мы являемся частями от одной общей души. Насколько эти чистые души, вот эти все индейские, вот как это можно прийти к этой мысли? Тут половина врагов, они говорят, не нашел никого, кто не был бы моим... Ну, я тебе скажу, это неизвестно всем. Так они тоже снимали скальпы друг с друга и так далее. Да. Но, в общем, отношение, оно у них такое принято. Эта философия им известна. Ну вот если не говорить о них, а вообще вот говорить о нас, вот все время отнестись с этими цитатами к нам, вот как бы ее вы прокомментировали? Я не нашел никого, кто не был бы моим другом. Так один человек в одном сердце, человек человеку друг. Это все написано в Торе прямым языком. Что каждый ближний, да, и так далее. Да, возлюби ближнего, как себя, и так далее. Это все существует. Эта философия, она, по сути дела, существует в каждом народе. Только в каком-то определенном виде. В размерах разных и в разной глубине. А вообще, в принципе, можно всегда найти в любом народе нечто подобное, где говорится об общности, о мудрости коллектива, о необходимости сближаться, о необходимости мира и так далее.